Сюжет 13 и 14 серии сериала «Гений» на канале НТВ расскажет о том, что похищена Маргарита, внебрачная дочь миллионера Гурова. Полиция не торопится ее искать. Бизнесмен обращается к Салейко. Кривошипов проникает в дом Бодрова, вскрывает его сейф и подбрасывает ленточку Феликса, которую тот использовал для своих мнемонических упражнений. Семен выясняет, что Аверкин попал в шоу по просьбе Остапова. Из всех родственников у Аверкина есть только племянник Феликс Новицкий, человек с феноменальной памятью. Семен догадывается, что новый сотрудник фирмы Сергей и есть Феликс. Феликс идет на встречу с Юлей. Ира считает, что это ловушка и пытается его отговорить. Происходит покушение, и в этот момент Ира убивает киллера, которым оказывается бандит Стольника. Юля рассказывает Феликсу историю своего спасения. Он предлагает остаться у него, но дает понять, что возврата к прежним отношениям не будет. Юлия делится информацией, что Остапов послал за ним в Петербург опытного киллера. Тем временем Пума вычисляет квартиру, где живет Феликс. Юля тайком следит за Пумой и видит, как та встречается с Семеном. Стольник сообщает Бодрову о провале покушения на Феликса и советует срочно покинуть город. Премьера 13 и 14 серии состоится 29 ноября на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.